Миколаївська дитяча художня школа як активний учасник всіх міських заходів цього року братиме участь у виготовленні іграшок і прикрас для головної новорічної ялинки Миколаєва. Мода на ялинкові прикраси постійно змінюється. Останніми роками популярним є ретро-стиль. Можливо, люди старшого покоління пригадають невеличкі, скромні, але водночас особливі і чарівні іграшки з картону, покриті срібною і золотою фольгою. Вони зроблені в стилі колись відомої і розповсюдженої техніки дрезденського картонажу. Учні художньої школи разом з викладачем покажуть сьогодні, як виготовляти такі блискучі іграшки. Техніки дрезденського картонажу, которая возникла на рубеже веков 19-20 в городе Дрездене, отсюда и название. Потом эта техника использовалась в Советском Союзе во времена, когда вот у моих учеников, бабушки или прабабушки, были детьми. И кто-то помнит их, эти игрушки. Эта техника имеет возможность изобразить самые разнообразные предметы. У 70-х роках 19-го століття звичайні паперові прикраси поступилися промисловому виробництву картонажів. Найбільш популярним зображенням в цій техніці і в Європі, і в Російській імперії була різдвяна символіка – янголи, ялинки, немовля, листя клевером. Срібний і золотий вигляд досягався шляхом ламінування картону фольгою. Здавалось, що іграшки металеві, але насправді вони доволі легкі. Для дітей не доступно. От ми сьогодні спробуємо це з учащимися 4 класу. Чим хорошо художнє творчество? Те, що ми робимо своїми руками, йде від нашого серця. Цього в магазині не купиш. Кожен може принести щось своє, зробити оригінальне, вибрати по своєму вкусу рисунок і об'єкт зображення. Собачка изображена вполне реалистичной формой, да, такой точный довольно силуэт. Вот. И показана ее шерсть, то есть она вполне как бы воспроизводит такую живую собаку. Да? Похоже, похоже по форме с реальными предметами. Мы будем делать в стиле более декоративном, то есть тоже стилизованное изображение, где силуэт, линии силуэта немножко упрощены, да? А детали, детализация, она выражена в каких-то декоративных украшениях. Для застосування техніки дрезденського картонажу знадобляться такі матеріали. Білий папір, олівець, картон, клей, ножиці, канцелярський ніж. Для декору – нитки, паєтки, мережева тощо. Починаємо роботу, як завжди, зі створення ескізу. Якщо ви хочете ескіз зберегти собі, то треба перевести його через копірочку і вирізати шаблончик. Значить, я беру ескіз, кладу його сюди і карандашиком обвожу контури. Тільки контури. Внутрішній рисунок ми не трогаємо. Это изображение мы можем теперь вырезать. Получим шаблон, который можно будет обводить. Вот, Елена Николаевна. Ну хорошо, а волосы у него какие-то есть? Да, это будет женщина. Но я еще не нарисовала. Значит, без лица мы обойдемся, но по силуэту волосы должны быть. И придумай сразу здесь рисуночек. Рисунок какой-то, орнаменты там, или рисунок складок.
На наступному етапі виготовлення в техніці дрезденського картонажу нам знадобиться гофрований картон. Він складатиме основну форму іграшки. Для декора любые матеріали, в принципі, ви можете ще щось домислити собі, але поки що от у нас бісер на ниточці, пайетки на ниточці, пайетки без ниточок. Кружева не дуже широкі, як можна мельче. Ось така ось тесьмочка. Ось це москітна сітка. Виглядить от приблизно птичка може от так. Ось це пайетки, які створюють доповнительний рисунок, доповнительний об'єм. А зверху наклеєна така у нас серенька москітна сітка, яка додає доповнительно ще, обогащає декором її. И очень подходит сюда по цвету. Ну, таким же способом можно использовать, вместо этого можно использовать кружево, можно использовать тесьму, можно использовать ниточку. Декоративний матеріал створює додатковий рельєф, а наприкінці роботи всі ці заготовки перетворяться в справжню іграшку за допомогою аерозольної фарби – срібної чи золотої, кому як до вподоби. Акварельную бумагу мы складываем вдвое, складываем шаблон и обводим его. Полученное изображение вырезаем одновременно, оба слоя. Сложный силуэт, он имеет еще и внутренний вырез, поэтому тут придется прибегнуть к ножу. Сложность силуэта должна выражаться вот в, как бы, в количестве выпуклостей, вырезов, чтобы он не был скучный. Помимо того, что внутри находится рисунок, еще и сам силуэт должен быть более или менее сложный. Вы видите, что здесь у меня оно немножко не вместилось, но дело в том, что этот силуэт нам нужно будет уменьшить где-то на 4-5 сантиметров. Еще один контур сделать внутри. И по этому второму контуру мы вырезаем картон. Смачиваем поролончик в водичке, немножко отжимаем, так чтобы не капало с него. Не сильно отжимаем. И увлажняем поролончиком один слой, верхний слой картона, с одной стороны. Край паперу мастимо клеем. Вирівнюємо шар. Витримуємо певний час, аби рідина вбралася. Так, і второй з цієї сторони. І починаємо обжимати края. Вони повинні склеїтися, ці края. Ми уменьшали картон для того, щоб могли сомкнутися краєшки бумаги. И когда не склеите, вы видите, что крылышко уже становится объемным. А наша цель – достичь именно объемности этой игрушки. Значит, вот в этих фабричных изделиях таким способом объемность достигается. Есть, существует форма. Смоченный картон вжимается в эту форму и приобретает вот этот объем и со всеми его вот этими мелкими деталями. Но поскольку у нас форм не существует, поэтому вот нам пришлось изобретать такой рукодельный способ. Тут є секрет. Спочатку обжимаємо папір пальцями, а потім обов'язково ножицями. Таким чином створюється другий контур і закріплюється край. Набувається об'єм майбутньої іграшки. Это самое сложное во всей этой технологии. Склеить вот эти два листика бумаги, внутри которых находится картон. Все остальное уже очень приятно. Вот так вот. Видите, какая она стала объемная, да? Вот. И этот объем мы дальше будем дополнять различными деталями с помощью продавливания. С этой стороны получилось плоское, а с этой стороны объемное. Это и будет лицевая сторона. Продавливать можно и певні деталі малюнку, складки одягу, елементи силуэту.
Можем взять колпачок от ручки или какую-то деталь ручки. Здесь мы можем сделать вот эти вот плавные линии, дугообразные линии крылышек с помощью вот этой детали. Мы одной половинкой вот так вот надавливаем сюда. И волосы у нас еще тоже волнистые. Я думаю, что волосы можно сделать, например, ниточками. Если до сих пор мы пользовались клеем ПВА, это клей водорастворимый. Он нужен был для того, чтобы у нас пропиталась бумага водой, чтобы она стала влажной. То для приклеивания вот этих вот вещей, ну, например, ткань можно приклеить клеем ПВА. А вот для таких вот, для пластика, для фольги, ниток, конечно, лучше клей уже другой. Это полимерный клей. І зараз останній етап у виготовленні іграшок. Дуже відповідальний – створення металевого ефекту. Для цього знадобиться аерозоль. Ми обрали срібну. Сьогодні на уроці я спробувала зробити об'ємну новогодню іграшку. Для мене це було, ну, чуть складновато. Це заняття для мене було дуже цікавим. Я навчилася це робити, ну, більш-менш. Я подарю мамі цю іграшку. И попробую сделать еще несколько таких игрушек своим родным. Садясь за изделие этой игрушки, я вложила в нее душу. И вешая на елку, я ожидаю результата, чтобы она выглядела красивой. И, ну, украшала ее, чтобы она дарила хорошее настроение, позитив. Мне эта тема сподобается, хотя я роблю ее вперше. И я роблю ангела. Я... зроблю таку іграшку ще вдома, тому що хочу подарувати ще мамі. Я вирішила зробити таку рибу, тому що на вступительних екзаменах, коли я поступала в нульовий клас, у нас було таке завдання, що дівчатки рисують рибу цвіточною, а мальчики рисують механічною. І я вирішила взяти рибу механічною. Мені дуже подобалася ця ідея, і я вирішила її зробити. Я бы хотела бы ее подарить маме. Здесь у нас чистая, абсолютно чистый слой бумаги. Игрушечка получилась такая матовая. Вот здесь у нас получились такие отблески. Матовые переливаются с такой глянцевой поверхностью. Мне, например, вот этот вариант нравится, я не против него. Но есть еще один вариант, когда, смотрите, абсолютно глянцевая, очень-очень блестящая, буквально металлическая. И тема у этой рыбки такая металлическая. В чем секрет? Значит, там, где у нас глянцевая поверхность, это значит, что попал клей на слой. Значит, здесь слой бумажный абсолютно чистый, поверхность получилась матовая. Здесь, поскольку было запачкано клеем, я покрыла полностью всю бумагу клеем, и получилась вот такая глянцевая, абсолютно металлическая рыбка. То есть это нужно знать и использовать это просто уже сознательно в своих интересах. Наши игрушки готовы. У нас есть елочка, и мы ее сейчас украсим. Это был мастер-класс по изготовлению дрезденского картонажа. А я вам желаю хорошего Нового года, позитива, креатива и творчества в любой деятельности. С наступающим Новым годом!